Ну что же, дорогие друзья, я так полагаю, мы уже в эфире, да? В эфире? Да? А куда сказать привет этим прекрасным людям, которые туда? Ну, привет. Я очень рад приветствовать вас и рад вас видеть. Наверное. Хочу сказать небольшое предисловие. Как только вся эта ситуация началась и начались онлайн-концерты, я был против, потому что кто видел наши концерты, видел, что там происходит. Сумасшедшая энергия, киловатты звука, люди без сознания, сумасшедшие школьники, слэмы и моши. Как можно играть концерты при пустом зале? Но давайте скажем спасибо МТС за то, что у них дохуя бабла. И сегодня мы будем играть для вас музыку. Назовем это так. Сразу хочу сказать, если вы ждали, что в финале этого онлайн-фестиваля мы разъебем вас трэп-хитами, мощными и жесткими, вынужден сказать вам отсосить. Сегодняшний концерт мы будем играть только на инструментах, без использования фонограмм, подложек и каких-либо компьютерных вмешательств. Честно, я очень волнуюсь, потому что я впервые в жизни пою не под фанеру, поэтому я надеюсь, вы меня поддержите, и мы начинаем. Yeah!
Вот видите, я умею петь. Отсосите, хейтеры. Хах. Сколько человек нас сейчас смотрит? Кто может сказать? Сколько? 5 миллионов? 5 миллионов человек? Твою мать. Давайте тогда так. Если будет 7, нет, если будет 6 миллионов 666 тысяч 666, я покажу титьки. У Ивлеевой сработало, поэтому давайте сделаем. Зовите своих друзей, врагов, бабушек, дедушек. Как раз следующая песня для дедушек. Я съел деда, не проблема, да, не поверишь. Я съел деда, я съел деда, не проблема, не поверишь. Я съел деда, папа на первом. Катится Мэрин, рядом мадама. Пантера, я не поседа, покал деда. Так вкусно, было так вкусно, да, и я наелся, сытный дед, сука, самый сытный дед. Я его покал, сука, прямо до костей. Где тут смысл, задают вопрос тупые мне. Это очень вкусный день. Мама, что на ужин? Ездят. Стоп! Уэ? Я его съел, я съел деда, не проблема, не поверишь, я съел деда, да, я съел деда, проблема, да, не поверишь. Я съел деда, я съел деда, ел деда, деда я съел. Я съел деда, ел деда, ел деда, деда я съел. Я съел деда, ел деда, ел деда я съел. Следующая песня, немного грустная. Поется она, поется в ней о современной, настоящей любви. Но вы не грустите. Если вдруг женщина хочет от вас денег, значит, вы просто богатый. Молодец.
эта сука хочет денег. Поработай в постели, бэй. Я кручу дерьмо прямо на постели, бэй. Так проходит каждый день недели. В моем доме, как в отеле. Сука хочет денег. Поработай в постели, бэй. Эта сука хочет денег. Поработай в постели, бэйби. Эта сука хочет денег. Чего же хочет эта дама? Эта сука хочет денег. Поработай в постели, бэйб. Я кручу дерьмо прямо на постели, бэйб. Так проходит каждый день недели. В моем доме, как в отеле. Сука хочет денег. Поработай в постели, бэйб. Эта сука хочет денег. Поработай в постели, бэйби. Эта сука хочет. Так вот. Я надеюсь, ты там сидишь перед экраном и хлопаешь. Потому что если нет, то это абсолютное неуважение к артисту. А я такого в свою сторону не терплю. Поэтому если в конце следующей песни, не дай боже, блядь, ты не похлопаешь, это будет последняя песня. Договорились? Что ж, дамы и господа, кто-нибудь вообще знает, что у меня есть Мерседес? Я, по-моему, об этом еще не рассказывал. Если вы знаете, то сейчас я вам расскажу об этом в песне. Эй, ты. Да, ты. Подпевай. Ну же, хоть немножко повесели себя на карантине. А то, наверное, грустно жить в маленьком городе, в хуёвой квартире. Хоть попой со мной песни. Давай. Дай заработал денег, нанимая жопу возит новый мэри. Вы в города и заработал денег, жопу моей дамы возит новый мэри. Вы в города и заработал денег, нанимая жопу возит новый мэри. Вы в города и заработал денег, жопу моей дамы возит новый мэри. Думал будет басный бал, а блогер подпишись на канал. Я из купюрок вверх собрал и самый новый мэри забрал. У тебя горит паренярь, у меня горит, это говорит. У тебя болит, у меня болит. Тебя наебли, а она болит. Ай. Больше нету слов, yeah. Больше нету слов, yeah. Больше нету слов. Почему? Лей, 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 лей,
себе позволили. Моим города я заработал день. И моя жопа мой с новой мэр. Я выеб города и заработал день. Жопа моя там и возит новый мэр. Но это так, что выебнуться в конце. Спасибо. Сколько у нас зрителей? А? 5,5. Но мне жарко, блин. Никто же не против, что я разденусь, правильно? Тем более, следующая песня для девочек. Порадуем девочек, которые нас смотрят. А то что, я зря на солях сидел и худел, что ли? Господа хейтеры, смотрите, кровь пошла. Мне очень больно. Так что радуйтесь. Я, видишь, запутался в своей дорогой цепочке. Видите, вот организаторы, вы же просили хронометраж подольше, вот. А где мой медиатор? Кстати, девчонки, я без трусиков. Скажи мне сладкую ложь, скажи прямо в лицо, скажи, что любишь меня, но уже так все равно. Нет времени объяснять, меня цепляет твой взгляд, но ты ведь точно из тех, кому нельзя доверять. Мне пох, пох, тебя люблю, но веду себя так, будто мне пох. Потому что я люблю тебя, слышь, мне пох, пох. Я люблю, я люблю, я люблю тебя, но мне пох, пох. Ах, ох, мне пох. Тебя люблю, но веду себя так, будто мне пох, пох. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пох. Рок, я куплю твою подругу, я связал.
и сердце. Я не дам тебе душ, максимум, что это деньги. Ну, может быть, чуть больше, если ты это... Заслужишь, сучка. Но в душе мне ближе, я романтика лишь. Детка, ты же по-другому мой. Потанцуем, детка, я же вижу, как ты смотришь. Тебя нахуй ты, если есть я, охуеть. Вот это я классный. Спасибо. А следующую песню я хочу посвятить на этот раз не девочкам, а себе и моим девочкам. Девчонки, вы самые классные. Мои. Смотри, как красиво, да? Гитара белая в крови. Стоило про девочек заговорить. Сейчас бы подошла песня про баню, но мы ее сегодня играть не будем. Оп. Ну что ж. Понял, что
ночь я вишу, как молодой Хефнер. You have none, you have none, you have more bitch. Я вишу, молодой Хефнер. You have none, you have none, you have more bitch. Я вишу, как молодой Хефнер. Наш творческий вечер подходит к концу. Сейчас мы хотим исполнить свой главный шлягер. Роу бандиты. Ауе. Всем бродягам. В масть. Сука, новый автомат 47, ака, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та-та, сука, это навека. Попада, ака, то, как мы палим на бедах. Ра-та-та-та-та-та, сука, новый автомат 47, ака, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та-та, сука, это навека. Попада, ака, то, как мы палим на бедах. Ра-та-та-та-та. Мы не проходили, это нам не задавали. Мы сами это замутили и записали в подвале. Звук в наушниках валит, давай пускай на динамик. Сцепи его отпускаем, пускай их нах придавит. Пау, лоб с крана и кота, лоб пятеркой закатан. Ставчик пленкой замотан, а кумедилом закапан. Твоя банда старшего Абаба, моя банда одни Абаблы. Моя баба будто ламба, твоя баба будто лада. Да, сука, новый автомат 47, ака, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та, сука, это навека. Попада, ака, то, как мы палим на бетах. Ра-та-та-та-та, сука, новый автомат. Спасибо МТС за то, что дали дохуя денег. Всем спасибо, пока.
это было.